У вёсцы Вялікая Хмароўка ў Шклоўскім раёне мясцовыя жыхары самі пабудавалі пляцоўку для вольнага часу. Яна прызначана як для дзяцей, так і для дарослых. Вяскоўцы не сталі чакаць, пакуль нехта возьмецца і зробіць для іх дзяцей арэлі ды горкі, а сабралі грошы і сваімі сіламі арганізавалі працу. І цяпер у Вялікай Хмароўцы ёсць свая адметнасць і месца, дзе ўся вёска плануе святкаваць Новы год. Ля, смотри на дядю, он птичка сейчас выскочит, смотри. Жители захотели, чтобы сделали детям площадку, потому что детям нету идеи играть. Ну вот решили, собрались так, собрали денег немножко и сделали детскую площадку. Раней камароўскія дзеці гулялі паблізу вялікага вясковага перакрыжавання. Маці хваляваліся за транспарту, і з гэтых асцярогаў нарадзілася ідэя. Если сидеть и ждать, что кто-то за тебя это сделает, то ничего не будет. Надо браться и делать. И чтобы инициатива начинать с себя, инициатива должна идти от тебя для начала и действовать. Гроши збирали так, кто хочет и кольки можа. Драўніна и фарбы каштавали не танно, зато и уласная праца бесплатная. Займалася пляцовку и основным инициативная молодь. Кто у руки косу, кто сякеру, а кто пензель. Малюнки так само робили сами. Организовать досуг для самих себя и своими силами. Потому что сегодня, видимо, не стоит надеяться на какие-то финансовые вливания, а стоит все-таки где-то проявлять больше инициативу и самим делать какие-то вложения для себя. Вялікая Хмароўка неподалеку от райцентра. Тут за 200 жыхароў, большая из них працаздольного узросту, немало детей. Мы тут играем. Это же игра. Ходим на качели кататься. Самая лучшая игра на качелях кататься. Детей на пляцовце становится более, когда проезжает школьный автобус. Школьницы так само заработали уклад в агульную справу. Мы тут красили, все делали, помогали ставить, все убирали. Убираем каждый, почти каждую неделю. Ідэю пераймаюць цяпер у суседніх вёсках, а ў Вялікай Хмароўцы завяршыліся сезонныя сельскагаспадарчыя работы, і вяскоўцы цяпер знойдуць сілы і час, каб працягнуць справу. Што за деревяшкі на заднім плане? Деревяшкі то будзе у нас крэпасць. Ну, падказалі ідэю, рашылі зрабіць. Когда осуществление? К Новому году будет. Ілона Іванова, Віталій Алексеенко, Навіны Рэгіён.